Жизнь на селе приобретает черты городского комфорта. Удаленными окнами многофункционального центра уже до конца года пользоваться смогут жители Индиги, Бугрино, Коткино, Каратаки, Усть-Кары и Шойны. Удобство одного окна уже оценили в Индиге. Оно открылось 20 июля. К своим обязанностям приступил инженер-инспектор. Теперь вопросы по замене, оформлению паспорта, земельных участков, разрешений на строительство и многих других будут решаться гораздо быстрее. Людям удобно, потому что не надо ездить в город, ходить по всем инстанциям, по всем учреждениям, собирать все документы. А тут пришел, все сдал, все документы, какие надо, оформили, отправили, и тут же могут отправить сюда уже готовые. Сегодня многофункциональный центр предоставляет населению округа 179 услуг по принципу одного окна, 51 государственную, 104 региональных и 24 муниципальные. МФЦ открыто в городе Нарьян-Мар, его филиал в поселке Искателей. Удаленные рабочие места созданы в 12 крупных населенных пунктах региона. По итогам первого полугодия к ним обратилось за услугами 12,5 тысяч человек, а за весь период прошлого года 8,5. Самыми востребованными среди граждан стали услуги по линии социальной защиты и Росреестра.